All I need is love, 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 love. All I have is love, 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 love. Мы не можем без приключений. Угадайте, кого ждал автобус? Ну, конечно, нас. Мы фотографировались, мы как увлеклись фотографией. Остались. Да. Сейчас будем танцевать. Мы для вас делали контент, так что могли бы остаться там. Но мы провинились, когда будем на обратном пути, будем развлекать группу, будем танцевать. И петь. Да. Мы тут это, штатив приустроили, а то у нас такие два лица крупных. Ну что, мы на кораблике. Уже поднимемся, скоро подойдем. Мы там сколько людей сидим на кораблике? Должно быть, сколько, 50 человек? Или это... Там на нас 50, и там, смотри, уже полный корабль. Вот нас ждет корабль. И тут мы проведем на этом корабле целый день. А сколько? С 9 утра, по-моему, до 5 мы должны пройти. Так, пауэрбанк взяла. Там песни, хоть тресни будут. Сказали, что мы будем танцевать и петь, да? На обратном пути будем ходить. Так, виды, виды. Посмотрите на эти виды. Куда ни глянешь, везде инстаграмная картинка. Вот это наш корабль, да? Да. Ой, такая красота. И нас очень много, очень много. Тут еще один кораблик. Мы идем на то. Сори, чуть-чуть не приспособилась. Мне тут новый штатив. Я знаю, что тут будет очень громкая музыка, да? Да. Ой, девочки, ты... Привет. Наши знакомые. Мы делали инстаграмные видео. Забыли за время. А у нас же собраны уже были. Все, все. И встали в 6 утра. Все, мы же встали. Мария, доброе утро. Карточку забыли. Каждому выдают карточку, да, и в течение дня надо ее сохранить. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Ты рассказываешь там, да? Калимера, да, она говорит? Good morning. Good morning. Давай, чтобы мы могли снимать вот для кошек, давай. Он двухэтажный? Успел, тот не успел. А? Нет, нет. Идем там сзади, вот. Ну, типа, поворачивай налево, быстренько. Вот там места и были, по крайней мере. Да, где не жарко, куда нам сесть теперь? Секундочку. Наши места, наши коронные, да? Ну, чуть-чуть еще подвинемся. Да. Музыка национальная. Ну все, мы ждем.
Отчал? Отчал. Рассказывай, друзья, мы отправляемся в круиз. Круиз называется Торонео. Вот, мы будем ехать на кораблике. Так, мы будем прыгать с этого кораблика, можно с пирса, можно спускаться с лесенки. Кто смело будет прыгать с пирса, Эри, он же не такая смелая. Я говорю, будем прыгать с корабля на груди, я буду спускаться. Ну, посмотрим. Будем смотреть по ситуации. Нас слышно, интересно? Слышно, наверное. Потом у нас будет еще... Там будем на острове Ситания отдыхать. На острове Ситания. Это второй палец полуострова Халкидики. Там еще купаться. А потом мы поплывем в порт Уфо. Вот. Это очень красивый порт. Тоже покажем. Выглядит сердце. Потом будем на остров Черепаха, называется остров Черепаха. И там будем купаться в открытом море. Все будет все купание в открытом море. А мы ждем отправления. Потом нам дали талончики на бесплатный сэндвич. О, покажу, как мы сидим. Выбрали такое место, не жаркое, тенечек. И не сильно громкая музыка, чтобы мы могли что-то рассказывать. Ой, извини, пожалуйста. Я пойду немножко, да, поснимаю. Здесь, да. А ты? Отправляемся. Уже отправляемся? Да, уже все. Все, мы уже отправляемся. Корабль двухэтажный. Я не буду спускаться, потом спущусь. Все, мы отправляемся. Сетирочком едет. Да, вот. Мне кажется, что мы удачно, да? Да, я тоже так считаю. Я всегда как-то интуитивно иду и сломаю. Потому что на солнце сейчас сгореть, это правда, это 2 минуты. Да. А потом может за 7 минут. Swimming.
Мы наплавались. Только что в море, с собой вас не брали, потому что это было неудобно. Это море плавает. Да. Я не знаю, можно там показать? Сейчас я покажу людей, чтобы вы примерно понимали, что происходило. А, уже все зашли. Короче говоря, мы все спустились сюда к морю и плавали полчаса, наслаждались. Море теплое, чистое. Все хорошо. Сейчас будем дальше ехать. Первая остановка завершилась. Мы едем дальше. Будем на остров, да? На остров, да, едем. Сейчас будем плавать на остров. Да, надеюсь, у нас получится с ним. Получится, потому что... кормят.
что Раони — это второй палец, полуостров. Это находится на Ситании. Вот видно пляжики, мы будем на одном из таких пляжей отдыхать целых 2 часа. Там чистейшую воду нам обещают и очень мягкий песок. Там уже люди отдыхают с палатками. Приближаемся на наш пляж, где мы будем отдыхать целых 2 часа. Да, можно брать с собой еду. Тут есть бар, можно купить напитки. Не знаю, ли есть алкогольные, но, по-моему, есть.
Okay, ladies and gentlemen, if you mean to go to Materoni Beach for 2 hours, also more about Forone at the Castle of Lykinkos and the early Christian Church of Ice Athanasios. The tower was destroyed by 5-6 century and its place was built another smaller church. You can see now in front and the right side of the boat. The castle, you cannot come from the boat now, we'll go to the beach from the steps is from the right hand side. And at 2 o'clock we'll be back on the boat for the light meal. Light meal is one cold sausage with chicken nuggets, one juice or one glass of white wine. And also when you get out from the boat, we'll give you one croissant with chocolate. At 2 o'clock, we'll be back on the boat. Thank you and enjoy your time. Сегодня на празднике, мы добрый кушать. Добро. Дивіться, у нас буде йти з вами на кораблику після відпочинку в 13.45. Тобто 13.45 – оптимальний варіант, щоб ви повернулись на кораблик. Для чого потрібно повернути 13.45, аби ви змогли поміняти свою картку на Сендвік, Тартік або Воно. Тобто 13.45 маєте всі прийти і вже ось тут на барі обмінювати свої картки. На виході з корабля зараз всім будуть давати по круасану. Будь ласка, коли будете виходити з корабля обережно, це буде з правої сторони, ми будемо поступенько спускатись, обережно контролюйте діток. 13.45 у нас буде зір. Вже треба бути на кораблі 13.45. All I need is love, 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 all I have is